куда стремится молодежь. Неожиданно, но факт. Молодому поколению больше нравится учиться, чем развлекаться. Первый заместитель руководителя администрации президента и председатель Российского оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сергей Кириенко удивлен. Мы готовились к другому. Мы готовились к фестивалю, сделали очень большую программу и культурно-спортивную, и развлекательную. И, в общем, ну так, знаете, с некоторой настороженностью, примерно на треть, ну, была логика, что две трети. Ну, молодежь же, да, что, ну, мы старшее поколение, что считаем? Что им надо танцевать, развлекаться, поэтому дискотеки, спорт, ну и куча-куча всяких развлечений. И на одну треть мы сделали здесь вот в ГМЦ серьезную образовательную программу. Что меня очень радует, немножко удивляет и очень радует, что у нас больше половины участников, они здесь. То есть здесь не протолкнуться, забитые аудитории. То есть на самом деле та самая молодежь, о которой очень любят бурчать более старшее поколение, что им бы лишь бы развлекаться, чего подобного. Ребята здесь, это здорово.